Добрый вечер, любимые. Знаете, зараз у меня дуже багато часу, тому я пишу вірші. Знаете, зараз дуже опасно щось в нашій стране підписувати. Тому мій збірник має назву «Із недопідписаного». І так, перший вірш. Тарас Григорович Шевченка. Мені 13-й минало. Мені 13-й минало. Хоча давали тільки 7. Дякую. Далі. Тарас Григорович Шевченка. Заповіт. Як умру, то не надійтесь. Дякую. Следующее стихотворение я хотел бы начать посвящение моему улюбленному другу Вове Путину. Эпиграф. А из вашего окна площадь красная видна, а из моего окошка тики Харькова немножко. Итак, сам вирш. Ехал пан Медведев на велосипеде, а за ним сам Путин ехал на верблюде. Дальше регионы ехали в вагоне, Добкин на кернессе, Яныч в мерседесе, Шкиль в автомобиле, Герман на метле, пан Болога в самолете, Яценюк в корыте. Все вы в Харьков попадете, дайте только выйти. Дуже дякую. Далі шедевр. Я його присвячую моєму самому близькому другу Кирєєву. Епіграф. Я часто вижу дивний сон, як заливаю вас в бетон. Дякую. І так, Михаил Юрьевич Лермонтов, скажи, Киреев, ведь не даром. Скажи, Киреев, ведь не даром. Ведь по-любому же не даром. Ведь 100 пудов верняк не даром. Ведь быть не может, чтобы даром. А если даром, то дурак. Дякую. Зараз апогей мого збірника. Це стихи, які я присвячую Віктору Федоровичу Януковичу. 2010 год. Избране. На нашу голову. Итак, Симонов, жди меня. Жди меня, и я вернусь. Среди дней лихих жди, когда наводит грусть Чехова стихи. Жди, когда снегами тут под ногами лед. Жди, когда последний бьют в регион уйдет. Как я вышла, будем знать. Только мы с тобой. Только ты меня дождись. Краще, чтоб живой. Дякую. И, наконец, вирш, який я присвячу всем депутатам партии регионов. Володимир Семенович Высоцкий, я не люблю. Я не люблю. Все, дякую. А, нет, не все. Если можно, продолжу. Я не люблю фальшивого оттенка. И начинать все с чистого листа. Вот только жаль усталого Луценко.
мне так же, как распятого Христа. Я не люблю, когда шахтеры в касках, рискуя жизнью, вновь идут в наряд. Мне очень жаль, что жителям Донбасса спасибо не за это говорят.